Осенний влагозапас на сегодняшний день оптимально составляет 31-50 мм, это в пахотном слое, а на глубине до 1 метра запас влаги составляет 131-195 мм продуктивной влаги. То есть на сегодняшний день это нормально, оптимальное такое соотношение, запас влаги есть. Сельхозтоваропроизводители на сегодняшний день ведут активную подготовку к весенним полевым работам. Вот на 25 марта обеспеченность семенами составляет 93%, минеральным удобрением 25%, дизельным топливом 15%, готовность техники тракторов 89%, силок 84%, культиватор 88%. В настоящее время активная работа проводится, это оформление представленных документов на получение средств из областного федерального бюджета на оказание связанной поддержки в области растениеводства.